2021 год, 16 июня. Ребенок с диагнозом Чапкас-Нечинчи, детский церебральный паралич, отставание психофизического развития. Так, у нас лечится второй раз, и вот какие изменения, давайте узнаем. Нима o'zgarishlar bo'ldi sizlarda? Bizda fevral ayında geldik, fevral ayından keyin, 3 aydan keyin mana balam o'tirmasadi, o'tiradigan bo'ldi. Yemek sudral, yemek yerib, 4 oyoqlab yemek yeydigan bo'ldi. Hozir o'zini oyog'ini mustaqil basib, o'zini ushlab tik turadigan, shu yerdan ustidan chiqib o'tiradigan bo'ldi. Harakatlari chaqqan, nalari qo'rqib tushishlari kamaydi. Cho'chib tushishlari. Ha, cho'chib tushishlari. Hamma narsani Значит, лечится с февраля месяца этого года, 3 месяца, значит, 10 дней лечились, а потом написали назначение на дом. А сейчас вот начал держать голову, шею и поясницу, начал правильно наступать. Ханя Бостанич начал вот правильно наступать, и вот это за 3 месяца. За 3 месяца лечения. Кайлера доволенгенис? Бзе, Ульгенште, Байсасанда, я доволандык. Кейн, хусуси, башка бір клиникеледе Ульгенштеге доволандык. Хоп, енді я хочу показать, значит, томография головного мозга, потому что, когда структура головного мозга сохранена, миянин түзілмелері соғлан болса, демек, боланы соғлан болыш ихтималлығы юқары болады. Когда сохранен структура головного мозга, потенциальные возможности выздоровления бывает больше, чем у тех, у кого, значит, нету, значит, не, есть хорошие, есть органические головного мозга. МРТ признаки субатрофии лобно-теменных височных областей больших полушарий головного мозга со симметричной гидроцефалии, заместительного характера и глиозным изменением паравентрикулярного белого вещества, МРТ признаки частичной гипоплазии мозолистого тела. Так, подтверждение данного заключения мы можем увидеть здесь. Ну, ДЦП бывает разного характера. Балалар мия, балалар серебрал паразитин турли туман шакиллары бар. Кимидир баш миясини тўқималари ривожланмаган бўлади. Kimikidir rivojlangan bo'ladi. Rivojlangan bo'lsa, mana shunaqa tez yurib ketadi. Mana ko'pchilik mikrosefaliya gruppasiga yozadi, DCP gruppasiga. Bolam bir marta lechenda yurib ketdi deydi. Shularni miyasi sof. A bizga keladi, miyasini umuman yo'q, miyasini yarmi yo'q i davolanish 1 yil, 1 yarim yil bo'ladi, lekin baribir natija bo'lyapti. Значит, основанием детского церебрального паралича иногда является грубые изменения головного мозга, структуры. Вот при грубых органических изменениях, значит, реабилитация трудно бывает, а при отсутствии структурных изменений реабилитация быстро наступает. Аллах спас, дай Бог вам выздоровление.